Популярная программа «Утренний кофе с Афонтово» уже как неделю сменила свой внешний вид. Но это еще не все сюрпризы для любителей афонтовского кофе. Наши коллеги готовят новый проект. Она у вас отклеена? У вас хоть одна отклеена есть? Всех. Сейчас в съемочном павильоне идут последние приготовления. Наши коллеги из «Утреннего кофе» очень долго и тщательно работали над своим детищем. В течение полугода лучшие афонтовские умы ломали головы над концепцией новой программы, над оформлением новой студии. И в результате появился кофе вечерком. В отличие от утреннего эфира, вечерний будет до предела насыщен живым общением с людьми. Это будет постоянно в прямом эфире раздаваться звонки телезрителей, которые будут и жаловаться, и хвастаться, и, может быть, кого-то журить через нашу программу, там, восторгаться, благодарить. То есть с любой проблемой или с любой радостью может каждый человек позвонить на кофе вечерком, поделиться этим. Ну а мы, в свою очередь, либо просто выслушаем и вместе с нами послушает весь Красноярск, либо по этому поводу снимем какой-то репортаж. И тем самым тоже как-то поможем решить некую проблему. Это будет программа о маленьких человеческих сенсациях, которые происходят в городе, в семье, в душе отдельного человека. В кофе вечерком, кроме обычных сюжетов, будут гости в студии, интерактивные опросы и множество полезных советов. А в рубрике «Ай да я» каждый телезритель сможет показать во всей красе себя и свои таланты. В вечерней программе я буду делать рубрику. Она будет называться «Ума палата» или «Гуль на выдумке хитра». Суть этой рубрики в чем заключается? В общем, идея вот в одном предложении. Вторая жизнь вещей. Но она серьезная будет. Серьезная, но в то же время и добрая, потому что она... Это Чип и Дейл спешат на помощь. Вот, то есть мы такие, Гаечка, Чип Дейл, Рокки, такая команда, мы хотим помочь людям, как Прометей. Остается добавить, что действо сие будет происходить по будням на 9-м канале Афонтово с 7 до полвосьмого вечера. С понедельника звоните по телефону 61 33 61 в нашу новую программу «Кофе вечерком».